Реализация программы «Обат Кшлак» – благоустроенное село. Началось не так давно, но ее конкретная ощутимая помощь людям, нуждающимся семьям, эффективные механизмы решения проблем, особенно в самых отдаленных районах, сделали ее настолько востребованной, что зона ее охвата включает в себя все больше адресов. Масштаб преобразований изменит и облик Новаиской области. За динамикой и единением усилий наблюдал и наш корреспондент. 2 марта 2018 года. Приезд президента Узбекистана в Новаийскую область наполнил радостью сердца ее жителей, включая население Хатырчинского района. Вслед за решением о включении в программу «Благоустроенное село» ряда населенных пунктов Хатырчинского, Нуратинского, Кызылтепинского, Тамдынского районов и города Учкудука, сформированная по поручению главы государства республиканская рабочая группа во главе с представителями счетной палаты посетила эти территории и, разработав конкретные предложения и проекты, приступила к их реализации. Они направлены в первую очередь на ремонт и реконструкцию внутренних дорог и дорог общего пользования, возведение новых строений взамен обветшавших, обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, электроэнергией и природным газом. В целях улучшения социально-экономических условий для местных жителей предприняты меры по сооружению здесь теплиц, выделению кредитов для желающих заниматься предпринимательством, строительству новых дошкольных образовательных учреждений, реконструкции школ и многим другим направлениям. Большое спасибо президенту нашей страны. Пусть такие благоустроительные работы будут продолжены, и мы будем оказывать поддержку их реализации. Мы не будем оставаться в стороне от таких начинаний. Стараемся внести свой вклад в их осуществление. Отметим, что для почти 2000 участников благоустроительных работ в поселении Ходжакурган созданы все необходимые условия. Следующим адресом созидательного проекта стало отдаленное село Чуя Нуратинского района. В настоящее время здесь проживает 3040 жителей. В работе по переустройству населенного пункта принимает участие свыше 1000 человек. За короткое время они успели многое. В частности, возводится новое здание для детского дошкольного учреждения на 50 мест. Производится ремонт в школах номер 13 и 45 и местном профессиональном колледже, на что выделено 1,5 миллиарда, 440 миллионов и 80 миллионов сумм соответственно. Еще 3,5 миллиарда направлено на возведение Махалинского гузара, площади памяти, футбольной и волейбольной площадок, что, несомненно, не просто украсит облик села, но и расширит возможности его жителей в плане организации содержательного досуга. Модернизация инфраструктуры населенного пункта предусматривает и решение вопросов, связанных с улучшением медицинского обслуживания населения. 450 миллионов сумм выделено здесь на реконструкцию семейной поликлиники. Еще 500 миллионов сумм будет затрачено на решение вопросов, связанных с бесперебойным обеспечением кишлака электроэнергией. На эти средства здесь будут протянуты новые линии электропередач, установлены новые столбы и опоры для них. Жители Чуи станут ездить по ровным, заасфальтированным дорогам. Более 2 миллиардов сумм выделено на реконструкцию 18 километров пути. Аналогичная работа ведется и в кишлаке Маликобат Кызылтепинского района, где в общей сложности предстоит отремонтировать более 10 километров внутренних дорог и километр дорог общего пользования, на что направлено свыше 3 миллиардов сумм. Кстати, эти дороги будут хорошо освещены и в темное время суток. Благодаря грамотной политике главы нашего государства меняется все вокруг нас. Наше село благоустраивается и приобретает новый облик. Мы все, по мере возможности, принимаем участие в этих проектах, помогаем молодежи, ну хотя бы советом. Особая роль в улучшении социально-экономических условий отводится развитию аграрных проектов. Ведь основным источником доходов большинства местных семей остается сельскохозяйственное производство. Разумеется, его эффективность, то есть урожайность возделываемых земель, во многом зависит и от состояния системы орошения, которая здесь также нуждалась в очистке и реконструкции. 23,5 километра коллекторной сети в кишлаке Маликобат приводится в надлежащий вид. 2,5 миллиарда сумм будет использовано на реконструкцию свыше 4 километров лотков, осуществляемую в целях улучшения обеспечения проточной водой данной территории. Началось в поселке также строительство нового здания для детского дошкольного учреждения на 75 мест. 3,5
2,5 миллиарда сумов будет освоено на капитальном ремонте местной школы номер 31, которая, к тому же, расширится за счет сооружаемого здесь же нового учебного блока на 210 мест. Руководителем нашей страны во время его приезда в Тамдынский район подчеркивалась необходимость проведения здесь широкомасштабных созидательных работ. Так, например, в ауле Утемурат запланирована реконструкция свыше 18 километров линии электропередач и 5 трансформаторных пунктов. А работы по ремонту старых и строительству новых дорог, обеспечению населения питьевой водой, осуществляемой здесь в рамках программы «Благоустроенное село», уже близятся к завершению. Выражаем искреннюю признательность нашему президенту. Когда он приезжал сюда, встречался с людьми, говорил о том, что душа казахского народа широка и чиста, как родник, а затем эти его слова звучали по телевидению, мы воспряли духом. Спасибо. Конечно же, вся эта деятельность обязательно приведет к позитивным переменам в жизни жителей этих мест. В целом же отметим, что работа, направленная на улучшение социально-экономических условий населения, проводится и будет продолжена во всех регионах страны.